И всем привет, уважаемые зрители, и с вами Ингвар. И сегодня я вам покажу что-то необычное, интересное. То есть я вам покажу сегодня мои покупочки. То есть такие летние покупочки, да, мешочек прямо здесь стоит. То есть я купил в кое-каком игрушечном магазинчике и в продуктовом магазине кое-что. То есть вы немножечко мне помогли. И также я могу сообщить такую неприятную новость, сейчас вам покажу, перейдем сейчас быстро к делу. То есть вышел новый журнал тачки. Да, вышел новый журнал тачки. И вы скажете, а что ты нам не показываешь? Вот почему? Объясняю. Я очень обрадовался, я уже не знаю, мне надо молиться, наверное, чтобы была новая машинка. Да, я увидел, обрадовался. Достаю плавно журнал и вижу одинаковую снова машинку Kabuto. Такой у меня, само собой, есть. Отличаться он, сомневаюсь, чем-то будет. Но если даже отличается одной запчасти, это не повод брать. Вот, то есть очень печально. Новые машинки в журналах, тачках пока нету. То есть следующий журнал будет либо в конце октября, как я понял, либо в ноябре. Придется опять ожидать. Да, потому что одинаковые я брать не хочу, потому что не вижу смысла. Все, давайте перейдем к делу. И, в общем, вот что я взял. То есть, вот, уважаемые зрители, вот оно. Чё? Так что это супер. Так что я купил и в Лего-магазине, и в продуктовом магазине. Давайте тогда по порядочку. Вы уже увидели каталог, так что вообще все прекрасно. В общем, мешочек, да, в продуктовом магазинчике я взял. И вы как сказали, что должно быть вот такие мини-фигурки. А это мини-фигурки у нас по Гарри Поттеру и Fantastic Beasts. То есть фантастические твари, эти самые, да, животные. Цена 4 евро, но я купил по акции, потому что сегодня день скидок. И получилось каждая мини-фигурка 2,60. То есть 4 мини-фигурки, все из Гарри Поттера, насколько я помню. Потом я еще постукаю их взять, в этой серии 22. Посмотрю, всех я вряд ли буду брать, но я буду смотреть, какие брать, какие не брать, которые нравятся, которые не нравятся. Будем открывать, и будем открывать на следующей неделе. Так что такая вот тема. Замечательная серия, прекрасная. Будем, так сказать, открывать и всякое такое. Там их было не так уж много, но в общем. Также вы помните такую серию, как Юникити. В Лего-магазине я видел, но у меня есть желание взять 3 кошечки, да? Точнее, 2 кошечки и 1 собачку, но, как вы знаете, их нельзя нащупать, потрогать. Они просто запечатаны и все. То есть мини-фигурки можно пощупать, и я вот так вот нахожу, да? То есть щупаю, определяю. А Юникити никак, поэтому либо я куплю когда-нибудь, вот просто, не знаю, выберу хороший день, чтобы понять, что это вот тот, кто мне нужен, либо я, наверное, не буду брать, потому что, ну а как, я не хочу брать тот, кто мне не нужен, это логично. Теперь давайте перейдем мы к каталогу. Вот каталог, наконец-то привезли. Это у нас с июля 2018 года по декабрь. Немножко с опозданием, но не беда. То есть, наверное, сделают стрим. Да, у нас наборчики есть, так что будут стримы. Когда? Вот на следующей неделе получится ли сделать стрим или нет, я не знаю. Буду вас держать в курсе в комментариях. То есть, смотрите комментарии мои, лично мои. Либо в понедельник на следующей неделе, либо во вторник. То есть, в какой день, во сколько. Так что смотрите. Вот, если я ничего не напишу, значит не будет. Значит будет на следующей неделе, но я буду вас, так сказать, предупреждать, либо на размышлялках я точно все сообщу. Так что новый каталог рассмотрим, наверное, на стриме, так сказать, дам вам свое мнение, советы и всякое прочее. Так что это замечательно. Само собой, это бесплатно. То есть уже я потратил скидочкой где-то 11 евро мини-фигурки. Дальше. Вот давайте начнем вот с этого набора. Вы помните, что у меня есть из этой серии Avengers Infinity War. У меня есть Thanos. Я решил взять Iron Man, это у нас следующий, 10 евро цена, все прекрасно, все замечательно. Iron Man, марка 50, все супер, все прекрасно. Был у нас такой Iron Man давно, но я не стал брать, как бы я не успел. Но и хорошо, что не успел, потому что здесь совершенно другой и классный Iron Man. Из этой серии мне еще нужна Гамора и Star-Lord, я их постараюсь купить. Также появились эксклюзивные LEGO Brickheads, это very nice. Один эксклюзивчик у меня вот прямо вот здесь, вот прямо я на него смотрю. Появились Brickheads Гарри Поттер, то есть Думблдор с рыжим, так сказать, учеником, имя не помню, к сожалению, забыл, и Гарри Поттер с совой. Пока их не брал, потому что я сейчас вот потратился на другое, но было желание взять, то есть я их возьму, а Гермионы не было, вот это вопрос. Потом появились Бэтмен и Супермен, Brickheads, то есть 20 евро цена, замечательный набор, постараюсь потом взять. И еще новинка появилась, Brickheads
новый Star Wars, то есть где Дарт Вейдер и Stormtrooper. Stormtrooper классный, красивый, я бы хотел бы взять, но потом. А вот Дарта Вейдера, как назло, не было. Если был бы, я взял бы Iron Man, наверное, потом бы взял бы. Но Iron Man теперь есть, теперь надо ждать, когда будет Дарт Вейдер, и как бы будем ждать, и надеюсь, появится. Также появилось новое такое, как журнал, не журнал, книжечка, это Star Wars книжечка с заданиями и мини-фигурка, там C-3PO, 4 евро цена, все прекрасно, все хорошо, но брать не буду, потому что C-3PO у меня есть, а как бы, чтобы чем-то оно отличается вроде бы от моего или не особо, как бы, ну C-3PO есть, а как бы другое или одинаковое, похоже, не хочу повторять историю с тачками. Вот, и также еще я видел новые трансформеры Tiny Turbo Changers серия 3, я хотел взять. Было желание, хотя уже потратился, тут в сумме я потратился где-то на, так, если 20-30, где-то на 45 евро плюс-минус, да, но, как назло, никого не было, кого я хотел. Были одинаковые, которые у меня есть или которые мне не нравятся. Ну и давайте не будем тянуть резину, кого же я взял эксклюзивчик. Вы, наверное, поняли, что я что-то не назвал из эксклюзива, а это не назвал вот это. Это у нас Back to the Future. Это у нас Марти Макфлай и доктор... Эммет Браун, вроде бы полное имя так, это замечательный набор, это муа. А вот эксклюзив, не эксклюзивный, а такой набор, его помните, наверное, вы помните, где собери сам за 35, его уже нету. Вот нету. Ну и ладно, зато у меня есть вот этот набор, это обалденный набор. Тут еще и машинка DeLorean, ну блин, ну супер. Это будем на стриме собирать, это вообще замечательно прекрасный набор. Тем более я фанат этого фильма, все три части смотрел, это просто very nice. И, как ни странно, ну мешочек само собой большой, мне дали подарок. Не знаю почему, такой как мешочек, я особо что-то не в курсе был, но дали вот такой подарок, не знаю, это машинка... Или тут еще что-то, или какие-то запчасти, ну, в общем, вот такая тема. То есть здесь, в принципе, есть хорошие запчасти. Тут у нас есть колесики, всякие другие запчасти, также хот-дог имеется. То есть я посмотрю, что можно из этого сделать, и, может, даже оставлю. Потому что это необычная, в принципе, тема. Ну и, в общем, такая у нас распаковочка, как бы, ну, не то, что распаковочка, показываю, что я купил. В принципе, все замечательно, я очень доволен, что я купил, то есть мини-фигурки, брикетс, если честно, вот брикетс, я просто сейчас от брикетса фанатею, потому что ну, это обалденная серия, также Симпсоны, возможно, будут, также Overwatch брикетс, может быть, и наборы, это все замечательно, это... Вот, поэтому берите брикет, потому что это обалденная тема. Да, я, может, подрос, поэтому и Сити мало начал брать, Ниндзяго и прочее, но не знаю, мне вот тянет на брикет, я вот чуть ли не всех хочу купить, которые нравятся, потому что, ну, вот, обалденно. Так что, такие покупочки, надеюсь, они вам понравились. Будем собирать постепенно, следите за комментариями, когда будет стрим на вот эту тему. И мини-фигурки будем открывать на следующей неделе, каталог тоже будет стрим. И этот наборчик мы тоже рассмотрим, наверное, мы рассмотрим этот наборчик на стриме. На вот этом, наверное. Так что все, всем спасибо за внимание, если вам понравилось все. Так что не забывайте подписываться на канал Ingvar Play, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям, чем больше, тем лучше. А я пойду, всем спасибо, всем удачи и всем пока.